Шетовскому аграрному колледжу в этом году исполняется 60 лет. Это единственное учебное заведение Молдовы, которое готовит специалистов для полного цикла работ в сфере сельского хозяйства. Если около 30 лет назад здесь обучались 1500 студентов, то сейчас их число насчитывает около 600. Тем не менее, для них создаются необходимые условия для обучения. С каждым годом техническая база совершенствуется. Что делается для учащихся, мы сегодня узнаем в программе «Анатар ФМ». Светловский аграрно-технический колледж отмечает 60-летний юбилей. За эти годы учебное заведение подготовило более 11 тысяч специалистов, которые работают как в Молдове, так и за ее пределами. В первые годы число студентов было свыше 1000 человек, поделился преподаватель колледжа Василий Белев. Долгие годы он работал директором учебного заведения. Он рассказал, по каким специальностям раньше могли обучаться студенты. Отделение механизации сельского хозяйства, второе отделение товароведы. Это тоже было очень популярное отделение, потому что готовили специалистов для обслуживания предприятий по ремонту сельскохозяйственной техники. Впоследствии открыли отделение агрономии, оно называлось плодовощеводство со специализацией по виноградарству. В те годы наш совхозтехникум имел очень большие площади винограда, садов для того, чтобы учащиеся могли теорию закреплять на практике. Впоследствии открывается отделение автотранспорт и отделение электрификации сельского хозяйства. Таким образом, четыре отделения, четыре специальности. Итак, в 70-х годах колледж стал называться Чадырлунский совхозтехникум виноградарства. Спустя несколько лет его название было Светловский совхозтехникум защиты растений. Последние годы, в 90-е годы, колледж называется так, как сегодня. Светловский аграрно-технический колледж. 70% учащихся колледжа из Гагаузии и южных районов Молдовы. Колледж готовит специалистов по 5 направлениям – бухгалтерский учет, агрономия, электрификация сельского хозяйства, механизация сельского хозяйства и эксплуатация автомобильного транспорта. Директор Светловского аграрно-технического колледжа Андрей Ламбру говорит, что учебное заведение похоже на небольшое сельскохозяйственное предприятие. Без специальности, которым обучают в колледже, не обходится ни один экономический агент, задействованный в этой сфере. Если мы начнем говорить про бухгалтерский учет, то приходы, расходы, движение товаров, движение материальных ценностей в любом случае надо как-то отразить на бумаге, надо заплатить зарплату, надо отразить налоги. То есть бухгалтер нужен, бухгалтер у нас есть. Далее, любое сельскохозяйственное предприятие начинается с агронома. Агроном – это тот человек, который следит за тем, чтобы хозяйство получило максимальную прибыль от того, что оно выполняет. Смотрит за тем, как растут растения, за тем, что влияет положительно, что влияет отрицательно и как максимально увеличить урожай. У нас это специально также есть, поэтому это супер. Затем механизация сельского хозяйства. В любом случае агроном, он следит за тем, чтобы был урожай, но без механиков, которые могли бы настроить правильно современную технику, не обойтись. Поэтому механики как раз с современной техникой у нас уже на короткой ноге. Мы можем похвалиться тем, что у нас есть не только трактора белорусского производства, у нас есть современные трактора итальянские, которые мы получили в рамках проекта «Левада Молдови». И кроме тракторов у нас имеются еще и агрегаты, которые управляются на дистанционном управлении, то есть не так, чтобы было просто. Следующая специальность – это электрификация. Любое предприятие, конечно же, должно быть подключено к системе электроснабжения. Это любой узел связи, это любой учет электричества, это подача электричества, это выполнение других видов работ. Следующая специальность – это эксплуатация автомобильного транспорта. Мы знаем, что все, что сегодня происходит, все, что надо привести на автомобиле. И самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии. Некоторые специалисты знания, полученные в колледже, применяют за рубежом. В таких странах, например, как Германия и Швейцария. Приезжая на родину, обязательно посещают родное учебное заведение. Признаются, что получили хорошие знания, которые им пригодились в жизни. Еще во время учебы у студентов есть возможность устроиться на работу по специальности. Приведу пример про наших электриков.
месяц назад, у нас четвертый курс, через, буквально через месяц у них госэкзамен, они получают диплом. Полтора месяца назад подошел ко мне студент четвертого курса с бланком на немецком языке и попросил, чтобы я утвердил, что он действительно учится в нашем колледже. Я спрашиваю, для чего? Он говорит, а вот есть шанс пойти поработать в Германии, меня ждут. Я говорю, ну здорово. И он был первый, и после него потом вся группа пришла, и вся с такими брифами. Я говорю, ребята, а дома остаться, поработать дома? Но некоторые ребята сказали, что они с большим удовольствием останутся дома, так как у них уже есть работа. Ну, кто-то в Кишиневе останется, кто-то, может, останется в Гагаузии. Но, как правило, 3-4 человека с каждой группы есть, которые хотят остаться именно дома, в Гагаузии, в родных селах, в Светлом, в Кангазе, в Кирсово, в Камрате и так далее. Ежегодно к нам приходят с различных фирм и предлагают свои услуги для наших студентов. Уже будучи на третьем курсе, наши студенты уже могут трудоустраиваться на каких-то фирмах. Недавно мне звонили с одной хорошей фирмы с Кишинева, и так хвалили наш колледж, особенно девочек, которые получают специальность бухгалтерский учет. Все, они говорят, ну она просто не могла мне так вот, мне как бальзам на сердце. Я говорю, ну, здорово. Я считаю, что сегодня специальность бухгалтера, она очень востребована, потому что сегодня ни одна коммерческая деятельность не обходится без бухгалтерского учета. Поэтому очень важно формировать компетенции, связанные с развитием бухучета, именно у учащихся, чтобы дети могли грамотно составлять документы, заполнять бухгалтерские ведомости, заполнять бухгалтерские документы и отчеты. Здесь нужно быть ответственным человеком, нужно подходить все достаточно ко всему серьезно. И просто сфера бизнеса, она сейчас достаточно распространенная, то есть и этой сферой хочет заняться каждый, но не каждый правильно подходит к этому. Поэтому я хочу достаточно хорошо изучить данный предмет, данную сферу, чтобы помогать другим, и чтобы у меня была высокая вероятность самой стать в будущем бизнесвуменом. Где планируешь дальше работать? У себя на родине или другие планы есть? Ну, в нашей стране достаточно очень хорошие возможности развить свой бизнес в аграрии и развиваться в других странах. То есть я могу открыть филиалы в других странах и распространять, и делать нашу страну более популярной и раскрыть хорошую картину о ней. Много возможностей, как можно и быть бухгалтером, так можно и стать предпринимателем и открыть свой бизнес. Планы вообще оставить, ну, продолжить обучение в данной профессии и реализовывать себя где-то за пределами страны. Преподаватель колледжа Василий Белев также с особой гордостью рассказывает о выпускниках и возможностях колледжа. Сегодня нет уголка в Республике Молдова, нет села в Гагаузии, чтобы не работали наши специалисты на разных должностях. Многие из них возглавляют предприятия сельскохозяйственные, являются лидерами. И это очень хорошо сказывается для нашего партнерства. Наши учащиеся проводят практику на базе этих предприятий, где есть необходимая техника сельскохозяйственная. Особое внимание в колледже уделяют практическим занятиям. Именно этот принцип лежит во главе обучения. Дети охотно ходят на наши лекции. Ну, конечно же, лекции лекциями, но практическое обучение – это корень нашего специальности. Это тот стержень, на основании которого человек, студент, потом становится, легко адаптируется в общество, легко интегрируется на специальности и те, которые, исходя из рынка труда. В колледже работают профессионалы своего дела. Все свои знания они передают учащимся. У нас есть хороший преподаватель, у нас есть высококвалифицированные специалисты с высшей дидактической степенью, с первой степенью, то есть которые очень адекватно и всегда помогает нашим учащимся. Нет такого случая, чтобы учащий подошел и ему было отказано. Наоборот, иногда подсказываем, вот как лучше сделать. Каждый четвертый преподаватель в настоящее время в нашем колледже – это выпускник Камрадского университета. Хорошая подготовка. Конечно, жизнь на месте не стоит. Преподаватели старшего поколения, отработав честно свой период, они уступают место молодому поколению. И это все нормально. Главное, чтобы был мир, чтобы были хорошие взаимоотношения в коллективе,
И тогда и имидж колледжа останется на таком уровне. Ну, мы хотим, чтобы он еще дальше укреплялся. Преподаватель колледжа Иван Яногла любит свою работу, и эти чувства стремится передать и учащимся. Агроном – это хорошая специальность, но агроном – это врач в сельском хозяйстве. Он все должен знать. И начал я работать в 1974 году. В этом колледже уже преподавал. Вот. А сегодня уже 49 лет как работаю. Вот. Читал много дисциплин. Вот. Все почти в каждом хозяйстве обязательно есть специалист, руководитель, который когда-то занимался здесь. Кангазе, например, все четыре руководителя закончили. Копчаки. Ну, нет такого села, где бы не был наш учащийся, который закончил. Но я хочу сказать, что наши учащиеся не только славятся здесь, они и в России там заканчивают Брянский университет аграрный, потом заканчивают Костромской, и они востребованы там тоже. Нам наша задача удержать, конечно, здесь, но ребята идут дальше учиться, хотят, другую специальность выбирают, имею в виду, дальше растут по специальности. Ну и работаю я, мне нравится эта работа постоянно среди молодежи. Колледж принимает участие в различных проектах, чтобы улучшить материально-техническое оснащение учебного заведения. Финансирование наше не позволяет обеспечить лучшую материально-техническую базу. Поэтому мы стараемся участвовать в различных проектах, которые предоставляет Республика Молдова, для того, чтобы мы использовали эти проекты для наших нужд. Так, в рамках проекта «Креатива» мы в этом году открыли курс непрерывного образования «Специалист по выращиванию овощей в защищенном грунте». Это мероприятие мы открыли 27 апреля. У нас имеется современная теплица. Имеется котельная к современной теплице, которая поддерживает необходимый климат для выращивания овощей. У нас уже имеются первые признаки, и мы выпустили первую группу, 10 человек, и буквально в прошлой неделе мы отвезли необходимый пакет документов в АНАЧЕК для того, чтобы мы эту специальность аккредитировали, и в дальнейшем мы выдавали сертификаты, дипломы данным специалистам. Немаловажное значение для успешного обучения имеет техническое оснащение и создание условий для практических занятий. У нас в рамках Левада Молдова мы в прошлом году получили два новых трактора итальянских и плюс агрегаты. Это опрыскиватели, это сеялки, это культиваторы, это разбрасыватели различных удобрений, плюс платформа, который подключается к пневмосистеме, с помощью которой можно ехать и подрезать сад. Более того, в рамках этой программы мы посадили 4 гектара сада. Для чего? Для того, чтобы у нас агрономы могли не просто сидеть за учебниками, а мы готовим практику именно под тот период времени, когда необходимо выйти и своими ручками посмотреть, как это можно сделать. Агроном сегодня – это единица везде на производстве, которая контролирует ситуацию всех полевых работ, все действия механизированные, которые выполняются, он их контролирует. Для того, чтобы контролировать, надо знать особенности, какими он должен владеть. Вот, например, в данном случае мы сейчас объясняли опрыскиватель. Вот они сейчас разбирают опрыскиватель, как определяется расход рабочей жидкости, вот, как определяется, сколько надо расходовать на один гектар. Так каждый день они будут встречаться в полевых условиях, регулировать агрегаты все, которые находятся на этой территории, регулировать тот же самый культиватор, который мы прошли, регулировать тот же плуг. Они все это должны знать. Но главная задача заключается в том, что они контролируют ситуацию. Выполняют одни, они контролируют, недостатки должны видеть и говорить. Но вы знаете, вот этот агрегат, который сегодня они изучают,
это очень важный агрегат, который заключается в том, что мы вносим гербициды, а малейшие какие-то огрехи растения страдают. Поэтому очень ответственная работа, и они должны это знать. Именно количество, расход рабочей жидкости. Есть ребята, которые заметили какую-то там мошкару и говорят, нам необходимо побрызгать сад, чтобы не съела его там какая-то... Это дети, это учащиеся второго курса. Это не просто четвертый курс, это учащиеся второго курса. Они даже сейчас недавно выходили, считали, сколько уже зерен на колосочке. И они уже примерно знают, сколько может быть у дальнейшего урожая. То есть это их вдохновляет, это им нравится. Мне нравится эта профессия. Много узнаю нового о почве, о культурах, о механизмах разных. Интересно очень. Где хочешь дальше работать? В какой сфере? Хочу дальше, наверное, в университет. Университет в Камрате есть, хороший университет по агрономии. Продолжить там обучение свое. А после обучения где видишь дальше себя? Дальше уже буду смотреть. Ну, сельское хозяйство? Это будет сельское хозяйство? Думаю, что да. А где хочешь работать, на родине или планируешь куда-то уехать? Уже думала об этом? Думаю, что на родине это будет. Я считаю, что нужно остаться на родине, потому что здесь очень много полей. Молдова очень богата полями, не так, как другие страны. Здесь очень много культуры. Даже с Молдовы перевозят в другие страны овощи, культуры, разные какие-то продукты. Я выбрал специальность агроном, так как люблю работать с почвой, с природой. Это интересно. У нас сейчас проходит практика по сельскохозяйственным машинам. Мы изучаем различную технику, культиваторы, плуги и так далее, опрыскиватели. Мы учимся, как работать с этой техникой, с этими агрегатами, как правильно настраивать и правильно эксплуатировать их. Но я выбрал специальность агронома, потому что у меня отец занимается также полями, и мне это как бы нужно будет в будущем. Я также планирую в будущем заниматься в этой сфере, также сельским хозяйством. Да, это трудно, но если нравится, будет легче. И считаю, что Молдове необходимо также поднимать уровень сельского хозяйства. Так у нас богатые почвы, очень плодородные, черноземы, и необходимо поднимать уровень общий. Специалисты, обучающиеся эксплуатации автомобильного транспорта, также имеют все условия для занятий. С каждым годом у нас развиваются технологии автомобилей, развивается устройство автомобилей, и мы стараемся идти в ногу со временем и модернизировать учебный план, модернизировать нашу техническую базу для того, чтобы наши учащиеся получили необходимую квалифицированную специальность и смогли осуществлять и ремонт, и техническое обслуживание автомобилей. Рекомендую всем молодым парням обучаться данной специальности. То есть данная специальность предоставляет возможность трудоустроиться на станциях технического обслуживания автомобилей. То есть позволяет изучить новые технологии, устройства автомобилей и повышать свои навыки для дальнейшего развития в учебе и карьерного роста. Я выбрал эту специальность, потому что она открывает очень многие возможности. То есть после этого колледжа я могу пойти как и в другую страну работать, как и остаться в этой стране, или при получении диплома пойти дальше в университет учиться и получать какие-то знания, навыки. С помощью этой профессии можно зарабатывать очень хорошие деньги. При получении данного диплома открываются многие двери для студентов, и как бы можно устроиться туда, где очень хорошие фирмы, где нуждаются в таких студентах, которые знают и понимают, как обращаться с автомобилями, как проводить техническое обслуживание этих автомобилей и многое другое. Как бы. Атмосфера в колледже очень хорошая, учителя очень, очень понятно объясняют. И как бы самое интересное здесь – это практические занятия. То есть самому покрутить какую-то гайку или поставить какую-то деталь, чему-то научиться – это самое главное. За 3 года я здесь научился как делать и свою машину, так и чужие автомобили. То есть балансировка колес,
любые виды работ, двигателя, коробки. Мы все это делаем, мы все проходим здесь на практике. Я могу зарабатывать уже, то есть, если вы не будете работать по своей профессии, то хотя бы можете разбираться в своем автомобиле. Мне понравилась эта профессия, потому что, когда я был маленьким, мне нравилось ремонтировать вместе с отцом двигатели. Поэтому я решил обучиться именно этой профессии. После окончания колледжа я хочу открыть свой автосервис и стать механиком. Он механик оригинал. В этом году в колледже будут построены две лаборатории. Это масштабный проект, отметил директор учебного заведения. Он позволит учащимся продемонстрировать свои знания на рынке труда. Две лаборатории. Одна лаборатория по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и агрегатов. И вторая лаборатория больше подходит к агрономии, специальности агрономии, в котором будут находиться две холодильные камеры. Одна холодильная камера будет предназначена для фруктов, и другая холодильная камера будет предназначена для винограда. У нас будут две сортировочные линии. То есть все мы делаем по стандарту для того, чтобы потом нашу продукция, которая будет выращиваться в автономии, она могла спокойно конкурировать с другими продукциями за границей. Плюс в этой лаборатории будет учебный класс, будут лаборатории, которые будут проверять анализы фруктов, винограда, чтобы можно было выдавать потом сертификат. Техника новая, она более востребована, она более мощная. Можно выполнять несколько технологических процессов сразу. Вот. Это им на руку. Они видят, они работают. Все везде программировано. Тракторист даже садится. Вот они вождение проходят, они садятся. Там программа, они ее закладывают туда. И их тоже учат этому. Интересно им. Но раньше не было такого. Вот. А сейчас техника у нас вся новая. Еще один амбициозный проект, который намерены внедрить в колледже, это дать возможность всем желающим обучаться газосварочным работам. 1 сентября запускаем другой проект «Электрогазосварщик». На данную специальность могут приходить и обучаться не то. Взрослое население, мы будем выдавать сертификаты, которые будут востребованы везде. И для этого у нас материально-техническая база на высшем уровне. У нас все категории сварочных аппаратов, которые имеются в действительности у нас есть. Продолжительность курса 180 часов. Если говорить это по времени, это где-то не более трех месяцев. Это будет по модулям. Но, конечно же, эти курсы будут проводиться, скорее всего, в субботу, воскресенье, может быть, в пятницу после обеда. Нам интересно, когда детям интересно. Если детям интересно, значит, мы неправильно что делаем. Но когда видишь искры в глазах, и у них получается, люди кричат, вот, у меня получилось, смотрите, особенно вот я вижу, как первый курс, у кого-то получается сварочный шов, а у кого-то не получается, у кого-то получается, он пришел, он говорит, Федор, смотрите, у меня получился сварочный шов. Они прямо... Ну и хвалят, конечно, оценки ставят за это, получают высокие. Ребятам, кто приходит к нам на практику, очень довольны, и они потом все это где-то в жизни пригодится, и они все это воплощают в жизнь. У нас есть очень хорошие посты, вот здесь посты, они оборудованы, стоит сварка, стоит щиток, все вот это есть. Есть сварочный аппарат, который вот выполняет три операции, то есть аргонно-дуговая сварка, электродная и сварка плазменная резка. В планах руководства колледжа сделать все возможное, чтобы дети получали сертификат водителя категории Б. И все же одними из самых востребованных на сегодняшний день, по словам педагогов, являются специалисты сферы агрономии. Работая в сельском хозяйстве, они открывают свои предприятия, получая удовольствие от того, что делают. Андрей Ламбру подчеркнул, почему учащиеся должны для получения специальности выбрать именно аграрно-технологический Свердловский колледж. В наше учебное заведение по окончанию вы получаете диплом специалиста агронома, эксплуатации автомобильного транспорта, бухгалтера, механизации. Но учащиеся в рамках нашего колледжа на третьем курсе могут также по желанию сдавать экзамен бакалавра и получить в конце степень бакалавра. И учиться одновременно на другом высшем учебном заведении, уже будучи после третьего курса.
То есть у нас в этом, как правило, каждый год у нас порядка 20 учащихся успешно сдают степень бакалавра, получают дипломы, сертификаты. И одновременно на четвертом курсе они учатся в нашем колледже, и одновременно они поступают в высшее учебное заведение Республики Молдова, может быть, и за границей, и получают уже второе образование. Это очень большой плюс. И второе. С нашим дипломом, если учащийся желает продолжить высшее учебное заведение, ему не обязательно сдавать бакалавр. То есть, если он выбирает профессию агроном, то он с нашим дипломом идет в Технический университет Молдовы и продолжает специальность уже будучи высшее образование. То есть в этом случае диплом, бакалавр не нужен. Ну, я всем детям говорю, даже когда хожу по школе, почему колледж, почему не другое? Потому что колледж, в отличие от лицея, дает и специальность, и дает право выбрать еще что-нибудь. Преподаватель колледжа Иван Яногло считает, что необходимо думать не только об обучении студентов, но и об их трудоустройстве в будущем. Единственное, хотел бы пожелать, что аграрно-технический колледж наш выпускал специалистов, и государство, где вкладывало бы большое количество времени, внимания обращало бы на молодых, которые здесь выпускаются, и устраивало бы их конкретно по специальности. В годы студенчества молодые люди, помимо обучения специальности, учатся взрослой жизни. И в этом также есть свой плюс, отмечает директор. Особое внимание уделяется в колледже дисциплине и досугу детей. Очень редко мы прибегаем к таким методам, чтобы дисциплинарно наказать, допустим, выговор или выгнать с общежития. Хотя такие случаи тоже бывают, это перебор. Но мы проводим различные вечера, конкурсы, мероприятия, чтобы сплотить детей, проводим дискотеки, чтобы дети, учащиеся, почувствовали себя студентами. Андрей Ламбров в системе образования работает около 5 лет. Он поделился, почему выбрал именно эту стезю. Я начинал работать в гимназии в Тараклии. Читал технологический труд, другими словами. И в колледж пришел, потому что мне нравится моя специальность. Моя первая специальность – инженер-механик. Я закончил Технический университет Молдовы. Работал вообще в другой отрасли, не связанной. И мне нравится заниматься с машинами. И когда я спросил у Василия Петровича, есть ли какая-то там для меня работа, ну, как инженер, он говорит, да, без проблем. Я вот пришел, я с 20-го года я работаю в колледже. Читал первоначально автомобиль, эксплуатация автомобиля, техническое обслуживание автомобилей, логистику автосервисной деятельности. В прошлом году был конкурс, и я принимал участие в конкурсе и стал директором. Для Андрея Ламбру очень важно, чтобы ребята оставались на родине и работали во благо Гагаузии. К ним часто приходят в гости благодарные выпускники, чтобы вспомнить времена студенчества. Для нас, не только для меня как директора, для всего преподавательского состава, главное, чтобы мы воспитали будущее поколение, чтобы они уходили от нас уже подготовленными, чтобы они ушли и сказали спасибо вам большое, но нам главное, чтобы они остались, чтобы они нашли себе работу. И мы для этого выполняем все возможное, чтобы они не просто отсидели, а для того, чтобы они могли что-то выполнить своими руками. Вы знаете, у нас-то получается. Наше желание, чтобы наши дети оставались здесь и выращивали продукцию, потом эту продукцию мы, и чтобы смотрели за нами. То есть наше главное, чтобы оставались здесь. И автономия развивалась, исходя из тех приоритетов, которые сегодня стоят. Сегодня очень сложно. Сложно удержать детей, потому что зарплаты, понятно, что у нас не такие большие, как за границей. Но у нас зато преимущество, мы находимся дома. И мы можем делать так, как мы считаем нужным, развивать, как у себя дома. Василий Белев с особой теплотой рассказывает о годах работы в колледже. Прекрасная атмосфера в коллективе отличает колледж, подчеркивает он. Преподаватель считает, что эти традиции необходимо продолжать и неустанно работать над успехами студентов. С 1977 года по сегодняшний день я тружусь в нашем колледже, который стал для меня моим вторым домом. Я работал на разных должностях. 15 лет я был на должности организатора воспитательной работы. 7 лет был методистом. 7 лет был заместителем директора по учебной работе. И 7 лет последних я был директором колледжа. По предложению
коллектива я принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности. И я каждый день вставал и ложился с одной мыслью не подвести коллектив. Говорят, что удалось. Я полюбил учебное заведение, полюбил коллег, потому что очень много значит создание хорошей атмосферы в коллективе. Главное, по словам Василия Белева, воспитать в стенах колледжа не только специалистов, а высоконравственных людей. Педагогам, учащимся и выпускникам он адресовал эти строки. Коллективу нынешнего состава процветания, новых достижений в обучении и воспитании подрастающего поколения, потому что обучать и воспитывать – это категории очень высокой нравственности. Люди уносят от того учебного заведения тех людей, с кем они соприкасались в учебе, в воспитании, все то добро, которое было посеяно в них. И проходят годы, меняются поколения, но эти годы учебы, да и работы остаются в памяти человека на всю жизнь. А те, кто к нам придут, и те, кто сегодня учится здесь, я хотел бы пожелать, чтобы они все прошли и не петляли окольно, а сломав унес год острие, утвердись в этой жизни достойно и поверь в назначение свое и вперед, и в движение, и по трудным пройдя адресам, не ищи у судьбы снисхождения, сам судьбу свою вылепи, сам верим в корни твои и в науку, в жизнелюбие силы твоей, ты ведь скоро возьмешь в свои руки этот мир, эту землю людей, и воздай им, как люди велели, да живет в нас во все времена та земля, что нам всем с колыбели в золотое наследство дана.